Согласитесь, что в нашем достаточно быстром ритме не всегда есть возможность лишний раз ходить в поликлинику, чтобы проверить состояние своего здоровья, хотя это важная составляющая благополучной жизни. Вовремя проведенное обследование может послужить поводом для своевременного обращения к более узкому специалисту. Понимая это, врачи городской поликлиники номер 3 вместе с партнерами активно подключились к проведению акции «Здоровое сердце – залог успеха». Люди очень довольны проведением таких акций, потому что человек пришел в магазин, например, и он может измерить артериальное давление. Очень многие люди живут и не знают, что у них высокое артериальное давление или высокий уровень глюкозы в крови. А это такие показатели, которые жизненно важные. И мы оказываем еще консультативную работу, проводим и раздаем информационно-образовательные материалы. Обычно люди благодарят за проведение таких акций. Среди посетителей не только покупатели магазина. Воспользоваться возможностью пройти ряд обследований на месте решили сотрудники гипермаркета. Удобно, практично, а главное быстро. Приехали люди и бесплатно сделали на сахар, на глюкозу, измерили людям давление. Спасибо большое. Измерить артериальное давление, сдать анализ крови на сахар и холестерин в течение нескольких минут доктор готов озвучить необходимые показатели и дать рекомендации по лечению. В кризисных случаях специалисты выписывали направление для более детального осмотра и консультирования в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Здоровьесберегающая инициатива продолжит реализовываться на Брещине. В центре внимания медиков останутся крупные торговые объекты города.